Друзья, всем привет! С вами канал «Охотничий простор Томича» и я его ведущий Александр. Сегодня речь пойдет, значит, о второй партии посылок, которая мне пришла. Вот, что хочется сказать. Значит, вот, забрал только с почты, еще не распаковывал. Вот, сейчас распакуем на камеру, посмотрим. Значит, в наличии будут наклейки «Прогресс» на ваше оружие. Вот, кто желает, тоже можете писать кому-то, значит, своим друзьям. И кто заказывает второй раз, наклейки положу в посылку в подарок. Все бы, короче, было ничего, да, в этой партии. Прям вот все было бы идеально, но заказывал я, короче, 50 штук позиций 0.5 сужения, а дали мне всего 10. Вот, пацаны, значит, заказывали 26 заказов. Кому-то я уже написал, то есть всем, да, кто-то 0.25 забрал, кто-то 0.75 перезаказал, да. А кто-то, значит, на следующую партию остался на 0.5. Сразу говорим, что следующая партия будет у нас в мае. Вот, поэтому можете тоже оставлять и делать заказы. Так, сейчас вытащу и включусь. Поскольку, ребят, значит, 0.5 сужений всего дали 10 штук, а заказов 26. Вот, я заказываю гораздо больше, да, я уже сказал об этом. Долго думал, как поступить, и решил сделать по чести. Значит, по моей ведомости, кто 10 человек первые заказывал 0.5, те их и получат. Вот, без обид, ребята, как бы со всеми я списался, всем объяснил ситуацию, люди все поняли. Так, вот так выглядит посылочка. Давайте сейчас откроем. Запаковали конкретно заводом, прям вообще конкретная война. А вот даже они подписали, сейчас я вам покажу. Вот что 0.5, всего 10 позиций дали, хотя остальных просил тоже больше. Вот поэтому из этой партии по наличию осталось, по моему штуки 3 0.75. 0.25 тоже уже не осталось, все забронировано. Вот, 1.25, по-моему, одна штука осталась. И единица одна штука, остальное все забронировано. Так что вот, кто не успел, успевайте. Сегодня я буду проверять все это на своем ружье. Каждое устройство с партии я вкручу в свой ствол. Проверю резьбу, соосность, чока, да. И штангелем, значит, замерим заявленный диаметр сужения, чтобы все соответствовало, брака не было. Одному, конечно, неудобно все это делать. Вот, но сейчас постараемся, попытаемся. Так, где-то что-то не дает. Так, вот так выглядит посылочка, значит, 0.75, 0.5, вот он, кстати, 0.75, так, 0.25, 1.25, единица, 0.75 и 0.75. Вот меня больше всего интересует 0.5. Давайте сразу с вами проверим. Самое главное, чтобы хотя бы их тут было 10. Очень жаль, конечно, что с 0.5 нас сильно обманули, подвели. Но ничего страшного, да. Вот они, 10 сужений. Так что, ребят, если что, делаем заказ на следующую партию 0.5. Уже, я думаю, конкретно будут на партии майской. Вот в мае должна будет быть еще одна партия.
Вот, ну а сегодня я буду заниматься проверкой и потом отписываться всем пацанам, да, кто делал предзаказ. С вами был канал Охотничий Простор Томича. Всем пока!